15 октября по всей Эстонии прошли выборы в местное самоуправление. Не стал исключением и наш город. Напомним телезрителям, что в городское собрание силами избрано 15 депутатов от центристской партии и 6 от списка Сависара. Во вторник, 31 октября, в зале городского управления прошло первое заседание депутатов нового созыва. Как это было принято ранее, депутаты поставили свои подписи под клятвой депутата. Поздно. Александр Панев. Первый пункт повестки дня, а именно выборы председателя городского собрания. Все процедуры, связанные с этим, организует и проводит городская избирательная комиссия. Первый вопрос повестки дня. Выборы председателя городского собрания. От центристской партии была выдвинута кандидатура Елены Коршуновой. От списка Сависара Олег Култаев. Предлагаю на должность председателя городского собрания депутата Олега Култаева как депутата, набравшего наибольшее количество голосов. Члены городской комиссии приступают к работе. Инна Петрева. Елена Коршунова. Председателем городского собрания избрана Елена Коршунова. Прошу ваши аплодисменты. Избранный председатель оглашает второй вопрос повестки дня. Выборы заместителей председателя городского собрания. Из депутатов создана избирательная комиссия и после тайного голосования подведены итоги выборов. Заместителями председателя городского собрания избраны Александр Канев и Игорь Малышев. 6 бюллетеней за Култаев Малышев и, соответственно, 15 Канев Малышев. Я думаю, результат понятен. Мы сейчас пойдем оформим протокол, тогда придем. Объявим официально. Председателем городского собрания города Силамея становится Александр Канев и Игорь Малышев. Поздравим. В городском управлении, членом городоправления работаю с 93 года. С 96 года работаю на должности вице-мэра городского хозяйства. Избирался депутатом городского собрания в 2002, 2005, 2009, 2013, 2017 годах. Работу знаю и согласен баллотироваться на пост заместителя председателя городского собрания. Я избирался депутатом городского собрания 96 года. Был председателем несколько раз комиссий. Работал чиновником городского управления. Сейчас работаю руководителем открытого молодежного центра собрания. И, наконец, третий вопрос повестки дня. Действующий мэр города Терри Скальберг подал прошение в городское собрание об отставке членов городского управления. Следующее собрание планируется провести 7 ноября.
Мы продолжаем рассказ о действующих предприятиях и фирмах нашего города. Сегодня мы посетили одно из крупных предприятий Силаме – Норвес Металл. Здесь, как и прежде, изготавливают контейнеры для разных видов отходов, а также негабаритные металлоконструкции. Когда-то на этом месте был 9-й цех сланцехимического завода. Жители города помнят, наверное, это производство. А затем на базе его выросло предприятие «Норвес». С 1991 года мы существуем и работаем. Вначале производили продукцию для сланцехимического производства, но постепенно перешли на производство оборудования для утилизации отходов. И с тех пор производим различные виды подобного оборудования. Время требует изменения технологии, нового оборудования, и мы сейчас работаем над этим. В частности, в прошлом году внедрили сварочные тракторы, которые вы могли увидеть, новые схемы покраски, тоже новая технология, установили новый 500-тонный пресс, гибочный пресс, 6-метровый, который позволяет изготавливать совершенно различные детали и очень поможет нам в будущем. И ждем установки новой сверхточной плазменной резки, под которую сейчас готовим площади. Игорь, ну в этом цехе я впервые, в покрасочном цехе. Да, сейчас мы находимся в покрасочном цехе, который был запущен в эксплуатацию в этом году. Он оборудован системой подогрева. У него хорошая вентиляция, и он позволит нам пропускать гораздо большее количество изделий, которые будут отправляться, чем мы делали раньше. И условия работы для маляров, безусловно, здесь будут гораздо лучше. Кроме того, в этом году мы запускаем новые душевые, новые раздевалки, которые улучшат бытовые условия наших работников. Меня зовут Александр Савалайнин, на Норвес Металл. Я работаю сварочным координатором. Работаю здесь порядка 2 месяцев. Пришел для того, чтобы немножечко улучшить здесь качество. У меня есть для этого образование и опыт. И надеюсь, что у нас будет скоро новые виды продукции. Предприятие «Норвес Металл» работает на рынке у нас более 25 лет. Значит, основной продукцией предприятия являются контейнеры и сменные кузова. Также мы выпускаем компакторы, это прессы для отходов. Вот. Выпускали навесное оборудование для шасси, это оборудование, которое перевозит контейнеры. Вот. И, значит, поставки у нас в основном идут в Скандинавию, это Швеция, Финляндия, Норвегия. Но среди других стран у нас есть такие экзотические страны, как Исландия, куда мы отгружали первый корабль из Силамяйского порта. Более 400 единиц продукции отправили, и клиент доволен, продолжаем с ним сотрудничество. Поставки делали в эти Объединенные Арабские Эмираты, куда поставляли на такие суперсовременные торговые центры, прессы для отходов, биоотходы, жидкие отходы. Вот. Значит, делали поставки в Грецию, в Испанию. Вот. Конечно, они не часто, но они бывают. Наряду с этой продукцией мы также делаем огромное количество обычных стандартных сменных кузовов для нужд металлоломщиков, строителей и перевозчиков мусора. Мы продолжим рассказ о предпринимателях и предприятиях нашего города. Излюбленное место отдыха горожан – городской парк. До недавнего времени асфальтированные дорожки не позволяли с комфортом прогуливаться по его тенистым аллеям. Но после капитальных строительных работ на территории парка приведено в порядок покрытие дорог. Валерий Борисович, вы часто гуляете по нашему городскому парку? Да, гуляю часто. Мне очень нравится здесь. Ну, если раньше покрытие было достаточно неудобным для прогулок, а сейчас? Было. Сейчас мне очень хорошо нравится. Гуляет много матерей с колясками. И, думаю, не только нам нравится с женой ходить гулять по нашему парку прекрасному.
Галина Михайловна, ну, дополняйте вашего супруга. Ну что, очень хорошо. Пожилым людям вообще очень уютно стало. И ходить неприятно, особенно инвалидам. Мамочкам с колясками. А это обязательно. Вот. Муж уже говорил. Я хочу сказать про инвалидов. Вот женщины очень часто там с палочками ходили. Им было тяжело по покрытию. Сейчас им просто великолепно. Хочу напомнить телезрителям, что в нашем парке растет 33 вида парковых деревьев и кустарников. Тем, кто не верит, зачитаю виды растений. Это пихта, ель обыкновенная, ель голубая, сосна обыкновенная, сосна черная, лиственница сибирская, тис, туя, можжевельник казацкий, каштан конский, липа, ольха, тополь, ива серебристая, вяз обыкновенный, рябина, черемуха, ясень, клен, ясенелистный, клен, генала, береза. Кустарники, боярышник, таволга, кизильник блестящий, роза морщинистая, роза белая, роза парковая, жимолость татарская, снежно-ягодник, сирень обыкновенная, сирень венгерская, акация желтая, чебушник или жасмин. Уважаемые силамяисты, берегите наше богатство, городской парк с его уникальными насаждениями. Шестьдесят пять лет назад в городе, а тогда еще в поселке Силамяе, стал работать Дом пионеров. Сейчас это Силамяйский молодежный центр по интересам улей, который объединил в себе большое количество кружков и студий. Сегодня мы в гостях у участниц вокальной студии «Экспромт», руководитель Наталья Ермолина. Наталья Борисовна, вот многие люди считают, что если у него есть голос, музыкальный слух, то можно петь правильно. Это так? Нет, это не совсем так. Нужно очень долго, упорно заниматься для того, чтобы добиться каких-то результатов. Нужно заниматься не менее 5 лет для того, чтобы петь вот хотя бы элементарно популярные песни. Послушайте, расшифруйте, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы правильно петь. Давайте. Вот, некоторые думают, а я легко петь, но взял и запел. Но есть комплекс дыхательных упражнений, речевых упражнений, музыкальных упражнений, вокализов, основы музыкальной грамоты необходимо освоить, а также приемы звукоизвлечения для того, чтобы хотя бы петь простые популярные песни. Сколько уходит времени для того, чтобы сделать из маленькой девочки, которая имеет музыкальный слух, имеет какой-то голос, так скажем, да, сделать из этой девочки вокалистку? Ну, как сказал великий педагог Борис Георгиевич Абальян, для того, чтобы человек пел от души, пел правильно, это нужно не менее 5 лет. И давайте теперь пригласим ребят в вашу студию, вокальную студию «Экспромт». Я с удовольствием приглашаю всех желающих ребят приходить заниматься к нам в вокальную студию «Экспромт». И не только молодежь от 7 до 26 лет, но и более старшее поколение. У меня уже есть подгруппа в количестве 4 человек, которая называется «Клуб эстрадной популярной песни». И давайте скажем, когда же вы занимаетесь и где? Мы занимаемся на улице Чкалова, 25, кабинет 301, понедельник, вторник, среда, четверг. Вы можете подойти, начиная с 14.00 и до 18.15. Ева, ты занимаешься в ансамбле 2 года, а Саша 5 лет. Саша, ты, наверное, пришла такой самодельной девочкой, сейчас запою, Татьяна. Какая ты, Татьяна? Внимание. Можно.
Саша, ты занимаешься в ансамбле «Экспромт» 5 лет, а ты его 2 года. Скажи, Саша, когда ты пришла сюда 5 лет назад, ты была такой самонадеянной девочкой, сейчас как запою, а Наталья Борисовна возьмет меня сразу же в солистки. Ну-ка, давай. Это так? Нет? Ну, давай. Перед тем, как стать солистом, нужно тренироваться, но у нас очень хороший учитель, и она каждого может научить сольно петь. Ева, а ты дома поешь? Иногда. Что говорят родители на твое пение? Я пою, когда их дома нет. А запой, когда они есть. Пусть похвалят тебя. Ну-ка, давай. Не-не-не. Ну, удачи вам, спасибо. В городе Силаме большое количество футбольных команд с участниками разного возраста. Об одной из них расскажет тренер по футболу Владимир Пересильд. Владимир, в нашем городе существует много клубов, футбольных клубов. Клуб «Алмаз», клуб «Дина», клуб «Калев», тренером которого вы и являетесь. У вас команда «У-17». Это в прошлом году была команда «У-17», сейчас команда выступает в возрастной категории «У-21», представляет силамяевский футбол на уровне первой лиги. И команда «У-9», составленная из игроков 2009-2010 года рождения. Владимир, наша встреча не случайна. У меня к вам вопрос. А есть ли легионеры в этой команде, в команде, которую представляет город Силаме? Нет, ну здесь речь идет о юношеском, о молодежном футболе, конечно, нет. Все, что касается легионеров, это вопросы, связанные с футболом взрослым, с футболом, который играется в высшей лиге, скажем так, может быть, в первой А-лиге, но те команды молодежные, которые у нас есть, они, конечно, никакого отношения к легионерам не имеют. Начал свой новый сезон силамейский джаз-клуб. Уже прошли концерты различных коллективов. Впереди новые встречи. Здравствуйте. Уже в эту субботу, 4 ноября, начало в 18:00, в Jazz Time Club пройдет свое очередное заседание в этом прекрасном здании. В этот раз на нашей сцене выступит необычный коллектив. Он называется «Триофоникс». Это международный состав, в который входят замечательные музыканты Александр Жаделев, гитара и композиция, Александр Паль, саксофон, очень известный саксофонист, который занимает достойное место не только у нас в Эстонии, но и на международной сцене, Ильмар Сприда, басист из Латвии, а также Илья Шарапов, бессменный ударник данного состава. В чем же заключается особенность данного коллектива? В том, что вся эта музыка, она полностью импровизационная. То есть она рождается прямо на сцене и прямо перед изумленными зрителями. Поэтому я приглашаю вас всех прийти к нам и насладиться этим достойным коллективом. «Триофоникс», «Силамя культуре Кескус». Это суббота, 18:00. Ждем вас. Те, которые не успели купить билеты, где они могут это сделать? Естественно, в кассе Центра культуры, в который можно зайти прямо сюда, по этой лестнице. Уважаемые горожане, в связи со строительством объездной дороги, домик отходов теперь находится на улице Сытке, близ бывшей заводской автобазы. Здесь, как и на старом месте, находятся контейнеры для строительного мусора, а также контейнеры для
сбора стеклотары, тетраупаковки, бумаги и картона и для бытового мусора. Уважаемые горожане, в городе действует уникальная система сбора бытовых отходов. В дополнение, в разных частях Силамая установлены контейнеры. Соблюдайте чистоту. Чисто не там, где убирают. Чисто там, где не мусорят.